Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Ян ван дер Страт по прозвищу Страданус, нидерландский, аллегория Америки. Этот рисунок является подготовительным для первой гравированной пластины из серии «Нового реперта» или «Новое изобретение современности». Серия была разработана придворным художником Медичи Йоханнесом Страданусом и посвящена флорентийскому государственному деятелю, поэту и ученому Луиджи Аламани, с которым он часто сотрудничал. Страданус также создавал аллегорические картины, эфемеры и картографии в качестве пропаганды Медичи. Несмотря на то, что Медичи не участвовали в колонизации Америки, а сами они находились под суверенитетом Испании, великий герцог Фердинанда стремился укрепить культурные и экономические связи с Новым Светом во время своего правления. На рисунке изображен флорентийский исследователь Америка Веспуччи, впервые открывший Америку. Здесь Веспуччи несет посох с распятием на вершине и знамя Южного Креста. Он также держит латунную астролябию моряка, которая помогала ему плавать по морям в поисках новых земель для исследования и людей для эксплуатации на благо Испании и Португалии. Веспуччи предпринял несколько экспедиций в Южную и Центральную Америку. Между 1497 и 1504 годами, вдохновленный более ранним путешествием Христофора Колумба. На этом рисунке Веспуччи дает аллегорической фигуре имя Америка, феминизированную версию его собственного имени. Следуя традиции, Страданус представляет Америку как сексуализированную молодую женщину, указывающую на Веспуччи и своего гамака. На ней только головной убор и юбка с перьями. Ее дубинка брошена в дерево справа, где изображен пирующий муравьед. Позади нее на холмистом ландшафте изображены лошадь и медведь, а также сцена каннибализма. Страданус также умел сочетать традиционный аллегорический образ с этнографическими деталями. Гамак, на котором сидит Америка, украшение из перьев и ее дубинка были предметами, которые Страданус знал по коллекциям Медичи. Кроме того, на оборотной стороне рисунка надпись Страдануса объясняет, что он использовал недавно опубликованную историю Пьетро Мафеи в качестве источника для флоры и фауны, произрастающей в Северной и Южной Америке. Ну вот такое описание к работе «Аллегория Америки» Ян ван дер Страта по прозвищу Страданус я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.